5 самых редких пород кошек. Если любишь кошек, то поставь этому видео лайк и подпишись на канал. Сингапурская кошка – это порода кошек, которая происходит из Сингапура. Они имеют маленький размер и могут иметь окрасы от бежевого до коричневого. Каракал – это порода кошек, которая происходит из Южной Африки и Западной Азии. Они имеют длинные уши и рыжую шерсть. Эта порода считается редкой и экзотической. Лаперм – это порода кошек, которая происходит из США. Они имеют кудрявую шерсть и обычно очень ласковые и дружелюбные. Тойгер – это порода кошек, которая происходит из США. Они имеют окрас, напоминающий тигра, и считаются одной из самых редких пород кошек в мире. Пикси Боб – это порода кошек, которая происходит из США. Они имеют крупный и мускулистый торс, короткий хвост и уникальный внешний вид. Знаете интересный факт про кошек? Напишите. Лучший опубликую в новых видео.